Радио Кировград, 16+. +1:06 Кирове начинается программа «Дневной разворот». Сегодня вторник. В студии Владимир Сметанин. И Светлана Занько. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Сразу же приступаем к работе. Несколько слов о втором части. О грантовой поддержке социально значимых инициатив мы поговорим. Почему? Потому что именно сегодня, к примеру, стартует прием заявок на президентские гранты. А кроме того, одновременно в стране проходит множество грантов. Вот я нашел информацию о нескольких. Поговорим, как об этом, как в этом во всем не запутаться. Вот о президентских мы вчера поговорили. И вчера прошло еще два круглых стола, где многие активисты, представители некоммерческих организаций получили информацию, как, собственно, поучаствовать в конкурсе. А вот сегодня Михаил Курашин, руководитель региональных программ Фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив сотрудничества, расскажет еще и о других возможностях, которые есть у инициативных граждан, чтобы получить деньги на реализацию своих идей. На мой взгляд, грантовых конкурсов становится больше. Нет. Не знаю, могу ошибаться. Президентские гранты, например, они вот как-то по-другому теперь компонуются. Ну, разберемся во втором часе. А в первом часе мы будем говорить с нашей гостьей, которая сейчас уже в студии, с Эмилией Слабуновой, председателем Российской Объединенной Демократической Партии «Яблоко». Эмилия Эдгаровна, добрый день. Добрый день. Добрый день. У нас есть опрос, который, видимо, до 18 марта будет присутствовать на неделе неоднократно. Голосовать на президентских выборах 18 марта вы будете или нет? Мы хотим посмотреть, как меняется ситуация. Пожалуйста, заходите, голосуйте на сайте echokirov.ru и в нашей группе ВКонтакте. Вот Володя уже сказал, что да. Да, Володя, ты пойдешь голосовать? Пойду, да. Ну и, собственно говоря, надо не забывать, что в стране начался агитационный период, поэтому все программы, которые участвуют в этом, в агитации, они специальным образом маркируются, они, собственно говоря, дают возможность гостям призвать, голосовать за себя. У нас не такая сегодня программа. Мы сегодня призываем только к одному, и это делаем регулярно, просто идти голосовать, потому что это гражданская позиция. Если ты гражданин своей стороны, ты идешь и голосуешь, это ваш уже выбор. Мы сегодня встречаемся с Эмилией Эдгаровной, чтобы выяснить, для чего, собственно, она приехала в Киров и каким видит наш регион вот в данной точке, где мы сейчас находимся. Она не одна, кстати, сегодня в городе среди людей, которые представляют различные партии. Сегодня Николай Барсуков тоже. Сегодня Максим Сурайкин. Максим Сурайкин, да. Максим Сурайкин тоже кандидат. Он кандидат в президенты. Он приехал тоже в город Киров. Это партия, Володя, Коммунисты России, который тоже будет встречаться с населением. Он тут, его представитель Николай Барсуков рассказывал, что поступали, я цитирую наш сайт, поступали жалобы от кировчан на высокие тарифы ЖКХ и будут вот с этим вот разбираться. Я не знаю, поступали ли какие-то жалобы вам, Эмилия Эдгаровна, ну, может быть, да, нет? В целом, наша партия и наш кандидат Григорий Явлинский сейчас получают очень много обращений из самых разных регионов с разными бедами и проблемами. Где-то в каком-то районе очень тяжело с необходимым количеством мест в школах, где-то страдают от свалок твердых бытовых отходов и много-много других проблем. Ну вот какой-то такой очень, скажем так, острый из Кировской области не поступало, но наша партия очень внимательно следит за ситуацией во всех регионах. У нас есть серьезное экспертно-аналитическое управление, которое этим занимается. И, безусловно, целью моего приезда сегодня в Киров является и общение с жителями региона, с тем, чтобы донести нашу позицию, как мы оцениваем ситуацию в Кировской области. Ну и, естественно, это президентская, конечно, кампания, потому что у нас есть свой кандидат Григорий Явлинский, и рассказать об этом жителям – это также важная цель моего приезда. Каким образом стекается информация к вам непосредственно, как к руководителю? Ну, и, во-первых, мы анализируем все открытые источники информации, которые присутствуют.
в том числе, например, и данные, которые на сайте управления Росстата по Кировской области. Вот я их сама внимательно очень посмотрела, кроме аналитиков. Кировстат мы это называем, да? Да, да, да. И Минфин, и все органы государственной власти. Плюс, конечно, у нас работает здесь региональное отделение, и наши коллеги информируют нас. И, кроме того, это вот как раз обращение граждан, если говорить в целом о регионах. Поэтому источники разные, и официальные, и неофициальные. А социальные сети мониторите сейчас? В социальных сетях множество сообществ, где люди выливают свою боль, рассказывают о своих проблемах. Ну, это в основном делают наши коллеги в регионах, члены партии в региональных отделениях. Мы тогда, когда нужно познакомиться ну, как-то более так детально, то, естественно, к этому также прибегаем обязательно. Ну, надо сказать, что партия «Яблоко» некоторое время в Кировской области была неактивна. Практически было ощущение, что она совсем исчезла с политической арены. Вот в этом году, начиная с прошлого года, активизировалась деятельность. Яблоко у нас в представительных органах его нет. Нет, ни в представительных органах, ни в городском парламенте у нас да, нет. Да, пока нет, да. Хотя в целом у нас около 400 депутатов у нашей партии в различных представительных органах власти, и в законодательных собраниях региональных и в столичных городах. Я сама являюсь депутатом законодательного собрания Республики Карелия, уже второй созыв. И у нас есть фракции не только в Карелии, но и в Санкт-Петербурге, и в Пскове. И во многих столичных городах, в городских советах. Вы член комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике. Совершенно верно, да. Прошу прощения. А прежде чем мы перейдем к ситуации с нашим регионом, как она вам видится, исходя из той информации, которую вы получили, давайте несколько слов про президентские выборы, какими они вам видятся сейчас. Ну, во-первых, такое количество кандидатов в президенты, которые выдвинули нас в этом году, было для многих неожиданным. Там есть разные совершенно персонажи, есть и очень интересные, которые постоянно в повестке, мы их знаем. Сейчас посыпалось огромное количество роликов, в том числе и вирусных, их тоже обсуждают. Творчество, в общем, расцвело, конечно. 8 кандидатов в этом году, это много или мало, на ваш взгляд? Ну, это такое нормальное количество кандидатов. Ведь все определяется не столько количеством, сколько качеством самой избирательной кампании. В первую очередь, во-первых, равным доступом всех кандидатов к средствам массовой информации, к общению с избирателями, посещению там различных предприятий, учреждений и организаций, ну и вообще и доступ самих кандидатов. Ну вот сбор подписей завершился успешно, хотя мы понимаем, что административный ресурс использовался у основного кандидата достаточно активно, и к нам поступает много. В СМИ освещалась эта история на некоторых заводах, да, даже на федеральных СМИ это показывали, на некоторых заводах во время рабочего дня такое было. Да, не все кандидаты были допущены по другим основаниям, поэтому качество избирательной кампании, оно определяется в первую очередь равными условиями. Мы сталкиваемся с этим постоянно, что препятствуют и нашему кандидату, и доверенным лицам в посещении там, тех или иных предприятий и учреждений. Естественно, это делается все очень тонко, и ну, только чтобы минимизировать вот это общение. Поэтому вот как будет разворачиваться кампания сейчас, когда началась агитация в СМИ, мы посмотрим. Мы написали уже жалобы, я обратилась в Центральную избирательную комиссию по поводу показа фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным». И, на Первом канале. Да, на Первом канале. Но в результате Центральная избирательная комиссия вынуждена была обратиться к Первому каналу. А, и... так это именно с вашей подачи? Да, конечно. Или это было консолидированное какое-то? Нет, это я подавала эту жалобу. И четвертая серия не была показана. Третью уже не смогли воспрепятствовать, так как состоялся показ на Дальний Восток. И утверждали, что вся программа дня должна быть единая там по стране, поэтому третью серию не отменили в центральной части. Речь идет только об отмене, или сейчас какие-то санкции возможны? Мы сейчас получим письменный ответ. К сожалению, пока по первой жалобе было только постановление Центральной избирательной комиссии без ссылок на нашу жалобу, только обращение к Первому каналу, что вот приостановить, прекратить показ.
После этого я написала вторую жалобу, в которой предложила, что если здесь нет никаких нарушений в этом показе, как вы там ссылаетесь, вроде вот в этом постановлении агитации там нет, то тогда нарушено равное право всех кандидатов быть представленными. Тогда, пожалуйста, в таком же объеме предоставьте время нашему кандидату и всем остальным кандидатам. А если все-таки есть признаки агитации, потому что это упомянуто также в этом постановлении, то тогда все-таки дайте оценку и накажите тех, кто вот эту незаконную агитацию осуществил. И вот на это обращение ответа пока нет. Сегодня истекает день, и сегодня в 5-й день срок рассмотрения этой жалобы. В 15 часов состоится заседание рабочей группы по рассмотрению информационных споров, и мы увидим, какой получим ответ. И в зависимости от него будем планировать свои следующие шаги. Сейчас прервемся буквально на полминуты. Эмилия Слабунова, председатель Российской Объединенной Демократической партии «Яблоко», в гостях у нашей радиостанции. Через полминуты снова в этой студии. Давайте сейчас перейдем к анализу ситуации в нашем регионе, который, может быть, Эмилия Эдгардовна сможет нам представить в течение ближайшего времени. Поскольку я вот вижу, что вы пришли даже с двумя пакетами продуктовых наборов в пакетах логотип одной из известнейших продуктовых сетей, довольно доступной. Для чего вы это сделали? Ну, знаете, когда я, готовясь к поездке, посмотрела информацию о состоянии в Кировской области. А какими источниками пользовались? Той большой аналитической справкой, которую подготовили наши партийные аналитики, плюс я посмотрела вот Кировстат и другие данные. Ну, в первую очередь, я, конечно, удивилась, что профицитный бюджет и почти 800 миллионов рублей этот профицит составляет. Думаю, ну надо же, я, наконец, первый раз еду в регион с профицитным бюджетом, вот здесь уже деньги девать некуда, да, и вот их почти тут миллиард остается. И когда я познакомилась с показателями уровня и качества жизни, то, конечно, возникло огромное количество вопросов. В первую очередь, по уровню благосостояния семей в рейтинге регионов Кировская область на 71-м месте. И 18 с лишним процентов по итогам 2017 года трудоспособного населения получают зарплату ниже 10 тысяч рублей. Это ниже прожиточного минимума. То есть 18% это, можно сказать, нищие люди, даже не бедные. Потому что сегодняшние аналитики, которые работают вот в области социальной политики, они, в общем-то, говорят, что правильнее бедными называть те, кто получает заработную плату или имеет доход ниже средней зарплаты по, скажем, региону. В Кировской области это 25 тысяч рублей. Поменьше даже. Средняя зарплата. Да. То есть вот правильнее бедными-то называть тех, у кого доход ниже. А уж ниже прожиточного минимума это совсем нищие. И я посмотрела... Но опять же, по данным Кировстата, только по итогам третьего квартала опубликован прожиточный минимум, он же поквартально утверждается. Так вот, у пенсионера это 7849 рублей, и из них в потребительской корзине продукты питания 3658 рублей. То есть это 120 рублей 19 копеек в день. Да, у трудоспособного населения в потребительской корзине продукты питания это 4258 рублей, то есть это 140 рублей, там 20 копеек. У детей 4584, то есть чуть-чуть там побольше, где-то 150 рублей с копейками. И я первое, что сделала, прямо с вокзала я отправилась в магазин с тем, чтобы закупить продукты вот на эту суточную сумму, да, пенсионера, 120 рублей. Вот я пришла даже с этими продуктами. Мы видим чеки перед вами, да, и с этим чеком. Нужно сказать, что на завтрак у пенсионера это ячневая кашка. Причем покупались все самые дешевые продукты, причем еще со скидками. И это ячневая кашка. На обед это будет такой жиденький супчик с кусочком из супового куриного набора. И
несколько картофелин, две морковки, одна луковица, вот то, что удалось уложить в эту сумму. И на ужин это будет 2 яйца. 4 пакетика на день самого дешевого чая и кусочек батончика и несколько вот кусочков черного хлеба. Это все то, что уложилось в эту сумму. Трудоспособному гражданину к этому удалось добавить 0,5 пачки творога и 1 яйцо. Причем творог еще и без сметаны. Да, в наборе пенсионера, и, соответственно, вот тут еще маленький кусочек самого дешевого масла, где-то 50 грамм. При этом там без растительного, без всего. Но а ребенку удалось добавить несколько ложек сметаны к этой самой 0,5 пачки творога. Вот таким образом, с таким рационом предлагается прожить человеку. Причем я должна сказать, что в потребительской корзине, например, на услуги заложено у пенсионеров 2098 рублей, и на непродовольственные товары 2,93. Но если посмотреть даже на квартплату, у меня вот и квиточки есть, причем не только из Кирова, но и, например, из Котельнического района. И если в Кирове еще там у кого-то укладывается в 2500 эти платежи, но все равно это не 2100. То есть нужно уже отщипнуть, значит, либо от продуктов, либо от непродовольственных товаров. А, например, вот Котельнический район, у меня здесь квитанция только отопление 4,5 тысячи рублей. А в общей сложности 7 с лишним тысяч, и около 8 это плата за квартиру со всеми коммунальными услугами. То есть получается, что человек фактически всю заработную плату должен отдать за квартплату и коммунальные услуги. То есть есть не на что. То есть вот этот набор еще это, некоторым... Это те самые люди, которые получают заработную плату ниже 10 тысяч рублей, это 18%. То есть 18% это почти каждый пятый житель Кировской области. То есть некоторым даже вот этот набор продуктов, он покажется за ресторанный обед и ужин, потому что там уже, кроме как хлеб и самый дешевый чай, больше ни на что не хватит. Ну, справедливости ради надо сказать, что на профицитный бюджет мы вышли совсем недавно. И да такая только, задача, в этом году. Только в этом году. И такая задача была поставлена в связи с тем, что область была в долгах. И для того, чтобы реструктуризировать эти долги, нам необходимо было показать федеральному центру эти показатели. Mm-hmm. И мы добились этого. Но да, дело в том, у Мили Эдгардовны есть позиция по этому поводу. Да, дело в том, что федеральный центр для тех регионов, которые с большой долговой нагрузкой ставил задачу, что не должно быть дефицита бюджета, иначе им не придется надеяться на федеральную помощь и субсидии. Но о профиците все-таки речь не шла. Это уже попытка тут вот показать, какие выдающиеся местные власти. Но нужно сказать, что по качеству управления в рейтинге регионов область тоже на 54-м месте. То есть оценивается все-таки качество управления, ну, не по этим позициям. И все-таки вот эти 800 миллионов рублей можно было бы использовать на пользу дела. Кроме того, нужно сказать, что вот средняя заработная плата вот 25 тысяч 40 рублей, которая на ноябрь 2017 года, она на 35,5% ниже, чем по стране в целом. И если взять любую отрасль, там образование, здравоохранение, культура, она везде значительно ниже. У младшего медперсонала на 32%, у медсестер на 28%, у врачей на 23%, у работников культуры вообще на 40% ниже, чем по стране в целом, у воспитателей детских садов на 32%. То есть это вот у воспитателей 19 646. Но мы понимаем, если еще отминусуем подоходный налог, да, то там уже сумма приближается вот, ну, к полутора вот этим прожиточным минимумам. А если там еще и эта женщина одна воспитывает там ребенка или двух детей, это же уже вообще за гранью возможного там существования. И вот это тут очень хочется спросить, правда, Эмилия Эдгардовна, когда мы сравниваем средние зарплаты, говорим средние по стране, сравниваем с ней, потом вспоминаем, что есть Татарстан, вспоминаем, что есть Москва,
и сравниваем с московскими зарплатами, которых тоже учитываются в среднем по стране, мы видим, какой сумасшедший разрыв существует между регионами по заработной совершенно плате. Совершенно верно. И да. Откуда он взялся? Все время хочется совершенно спросить. Совершенно верно. Так вот выстроена вся наша политика и межбюджетные отношения, и федеративные отношения. И то, как перераспределяются налоги между бюджетными уровнями, федеральным, региональным и местным уровнями, это вызывает очень большие вопросы. Мы провели очень серьезный анализ, и нужно сказать, что вот на днях буквально Григорий Явлинский будет в Перми представлять карту бюджетной обеспеченности страны, на которой мы покажем как раз вот, что происходит во всех регионах. Если взять средние значения, то у нас 64% собираемых налогов на территории регионов забирается в федеральный бюджет. Только 6% остается в местных бюджетах, остальное в региональных. Но, конечно, в регионах по-разному. Вот в Кировской области здесь в федеральный бюджет 35% забирается, 49% остается в региональном, 16% в местных бюджетах. И то есть это еще перераспределение устроено лучше, чем во многих регионах. То есть остается больше именно в области. Но при этом, когда мы смотрим на все вот показатели качества жизни, то возникают большие вопросы. У того же Кирова бюджет в расчете на душу составляет 22 тысячи рублей на каждого горожанина. Понятно, что на такие деньги мечтать о расселении аварийного жилья, о ремонте дорог, а по качеству дорог Кировская область вообще находится в самом хвосте, там, по-моему, на предпоследнем месте по соответствию дорог нормативным требованиям, на предпоследнем месте в стране в целом. И надеяться на то, что в муниципальном дорожном фонде будут там достаточные средства, не приходится. Знаете, на аварийное жилье, на благоустройство, на содержание дошкольных там учреждений. Мы разбирали вот как раз эти цифры, какое количество денег приходится в муниципальном бюджете город Киров, например, по сравнению с Казани или Нижним Новгородом, если у нас там 23, по-моему, или 24, как вы говорите, 22. То в Казани, Володя, да, напомни мне, поправь меня, если я не права, 15-18 тысяч всего. И когда мы видим, как выглядит Казань и как выглядит Киров, тоже возникают вопросы, как так, почему? У нас больше, чем в Нижнем Новгороде, по-моему, больше, чем в очень многих городах, на самом деле, в муниципалитете. Ну, вполне возможно, там как-то решается через региональный бюджет. Я сейчас не готова сразу по Казани сказать, с чем это связано. Но мы считаем, что... А в Москве сколько, не знаете, на душу населения? Там... У вас Карелии сколько? Год назад, в Петрозаводске, в частности, там год назад было где-то 18. То есть у вас еще меньше, чем у нас? Меньше, у нас 22. Да. Есть, например, города, там, скажем, в той же Карелии, там маленькие города, ну, численностью по, там, скажем, 4, 5, там, 10 тысяч человек, в которых бюджетная обеспеченность 5, 6, 7 тысяч на душу. Понятно, что когда, например, стоимость дошкольного места по методике Минстроя, ну, она по разным регионам разная, но даже если считать в среднем 800 там, тысяч рублей стоит создание одного дошкольного места, то на 100 мест детский сад это 80 миллионов. А какой, вот, скажем, маленький город, у которого бюджет там, 40 миллионов, да, годовой, там, например, на там, 10 тысяч жителей справится со строительством детского сада или там с ремонтом дорог или с аварийным жильем? Конечно, не справится. Мы считаем, что бюджетная политика должна быть совершенно другой. Наша партия настаивает на том, что 33% налогов должно оставаться в местных бюджетах, 33% в региональных и оставшихся 34% в федеральном бюджете. Только это заставит и включит все стимулы, все уровни власти для того, чтобы создавать условия для бизнеса, в первую очередь малого и среднего бизнеса, который пополняет местные бюджеты и, ну, более крупные там бизнесы, региональные бюджеты. Только благодаря вот этому можно стимулировать. Угу. Да, это практика принята и во многих европейских странах, что до 40% собираемых налогов остаются именно на местах. Мы продолжим об этом разговор после короткого перерыва. Сейчас у нас реклама на полторы минуты.
Три педагога собрались здесь в студии по образованию, как минимум. Да. Сегодня Володя... Наши гости учитель истории и обществознания, да. Заслуженный учитель Российской Федерации. Эмилия Слабунова, председатель Российской Объединенной Демократической Партии «Яблоко». И мы до перерыва говорили о предложении об изменении распределения налоговой базы в государстве. Эмилия Эдгардовна говорила, что правильно было бы, если бы 33% налогов оставалось в муниципалитетах, 33% в регионах и 34% оставшихся уходили бы в федеральный бюджет. Мы помним прекрасно, что в конце прошлого года нам рассказывали здесь, в этой же студии, рассказывал глава, председатель ОЗС Кировской области Владимир Быков о том, что на Совете Федерации, на таком расширенном заседании, как раз обсуждался вопрос об изменении вот этой, да, распределительной системы. И тогда прям такое воодушевление было, что вот где не за горами то время, когда все-таки регионы получат больше бюджета своего, большую наполняемость налоговой базы получат. Мы продолжим говорить об этом. Я просто задам вопрос, что сейчас там происходит? Известно ли вам, что есть какие-то подвижки и в какие сроки может быть решен этот вопрос? Но сначала примем звонок от слушателя. Алло, добрый день, вы в эфире. Добрый день. Здравствуйте, меня Олег зовут. Да, Олег, слушаем вас. Вопрос? Я хотел бы вопрос вашему гостю задать, и, может быть, и вам, как журналистам. Ну, смотрите, чтобы вы без агитации. Вы говорили по зарплатам. Примерно с начала нулевых годов сильно увеличилась зарплата силовикам, правоохранительным структурам, судам. И в то же время уменьшилась зарплата тем же бюджетникам, но в другой сфере. Учителям, детским садам и прочее, прочее. Как это понять? Спасибо. Спасибо за вопрос. Он замечательный, конечно. Но вот, к сожалению, у нас на военные расходы и на силовиков, правоохранителей тратится практически 5 триллионов рублей из расходов федерального бюджета, которые составляют 16,5 триллионов рублей. То есть фактически каждый третий рубль у нас в бюджете уходит на цели войны и на силовые структуры. Это как можно понять? Это приоритеты нашей власти. Любой бюджет является отражением сознания политиков, которые формируют эти бюджеты. Так как страна ведет две войны, так как нужно обеспечивать лояльность граждан страхом и усилением репрессий, то, естественно, и в эту сторону перераспределяются расходы бюджета. А если было бы хорошо еще бы назвать количество этих людей? У вас есть такие данные? 5 триллионов, они на скольких расходятся? Дело в том, что военные расходы тут... не только идут на самих военнослужащих, а это понятно, и там вооружение на весь оборонзаказ наш. И по количеству людей тут точные цифры сложно найти. Дело в том, что у нас и в федеральном бюджете 19% статей, к следующему году до 20% статей бюджета вообще будут засекречены. То есть реально военные расходы, они, может быть, и наверняка и больше. И каждый раз, когда наша страна сдает отчеты о военных расходах в Организацию Объединенных Наций, то затем эксперты, сравнивая все цифры, они приходят к выводу, что реально там еще сумма и больше. Ну, давайте мы скажем все-таки, что несмотря на то, что возникают такие вопросы, почему здесь зарплата больше, расходы такие, а здесь меньше, тем не менее большинство россиян по всем абсолютно рейтингам и независимых, и зависимых рейтинговых агентств поддерживают вот такую политику государства, в том числе и военные действия. Дело в том, что пока тратится почти 6% волового внутреннего продукта вот на те цели, о которых я говорила, военные расходы, и силовики надеются на мощную экономику, не приходится. Истории неизвестны случаи, чтобы с такой долей вот таких расходов страна бы богатела, и уровень жизни людей бы при этом повышался. Это одна из позиций партии, я так понимаю. Это, да? Наша позиция принципиальная. Причем нужно сказать, что мы живем в 21 веке, в котором самый мощным
средством обеспечения безопасности и самым мощным оружием является мощная экономика. В эпоху глобализации дешевле купить ресурсы, чем завоевывать те территории, на которых находятся эти ресурсы, потом обеспечивать их там добычу, транспортировку и так далее. Но это смешно уже мерить какими-то рамками там 19 века, когда говорили, что лучший друг — это армия и флот. Да мы-то вроде ничего и не завоевываем. Эмилия Эдгардовна, мы так помогаем. Нет, мы же говорим о том, что вокруг нас враги, и та ресурсы-то внешняя политика, не завоевываем. Так мы же защищаем. Многие жители России так и думают, вот если у нас такой сильный кулак, и мы сможем там дать любой стране по макушке. Вот поэтому нужно там поддерживать действующего главу государства. Для того, что, как Григорий Явлинский говорит, для того, чтобы говорить о великой державе, нужно первоначально ею стать. А это определяется долей нашей российской экономики в мировой экономике. Сейчас это 1,7%. В условиях, когда, там, скажем, у тех же Соединенных Штатов Америки это около 20%, у Китая 15%. Мирового ВВП. Причем наша доля сокращается. И с 2014 года это особенно явно видно. Поэтому скоро под микроскопом в мировой экономике нужно будет искать экономику российскую. И мы не обеспечим экономику и уровень жизни людей, а он реально с 2014 года, реальные доходы также падают. И вот Кировская область является ярким к тому примером. Ситуацию можно изменить только если мы изменим бюджетную политику. И если только мы сменим власти и приоритеты, в том числе внешнеполитические. Потому что успешная внешняя политика – это политика обретения друзей, а не политика обретения врагов. У нас есть телефонный звонок, примем его. Добрый день. Алло. Добрый день. Добрый. Здравствуйте. Представляйтесь, пожалуйста. Нина Владимировна. Нина Владимировна, выключите, пожалуйста, приемник, потому что он фонит там у вас. Хорошо. У меня вот такой вопрос. Да, слушаем. Вот сейчас говорят, что слишком много на войну тратится. Ну, во-первых, мы не воюем, а пытаемся защитить свою территорию. Это во-первых. А во-вторых, самый главный вопрос мой по теме. Как вы считаете, не надо ли понизить зарплаты чиновников и увеличить зарплаты населения, хотя бы минимальные? А чиновники — это не население. Вот вариант. Пожалуйста. Я в первую очередь хотела бы сказать, что ни территория Сирии, ни территория Восточной Украины не является нашей территорией. Вы говорите, мы защищаем свою территорию. Но я бы не хотела, чтобы свою вот территорию. Все то перенеслось на нашу территорию. Так, да, мы вас поняли, спасибо. Никто на нашу территорию, во-первых, не претендует. А государственная пропаганда и в первую очередь наши ястребы военные, которые заинтересованы в увеличении военных расходов, потому что по данным даже военной прокуратуры, каждые четвертые рубль, он обналичивается, уходит в откаты из тех, которые тратятся на военные цели. Все заинтересованы в данном случае вот в увеличении массы этих расходов, потому что она позволяет там решать совсем другие задачи. А при этом 58% учреждений здравоохранения в Кировской области находятся либо в аварийном состоянии, либо нуждаются в капитальном ремонте. 8% с лишним школ в Кировской области, 14% школьников в Кировской области учатся во вторую смену. А если посмотреть, как благоустроены наши дома в той же Кировской области, 30% населения не имеют канализации, 30% не имеют централизованного отопления, 29% без газа в мощной газовой державе, которая продает и стремится продавать газ всем и вся. А собственное население не имеет газа. 34% в 21 веке в Кировской области не имеют горячей воды. Мы о чем говорим? Каждый пятый за чертой нищеты. Эмилия Эдгардовна, а что насчет зарплат чиновников? Но зарплаты чиновников, безусловно, нужно снижать. Ведь посмотрите, вот 11 миллиардов рублей в бюджете Кировской области тратится на социальную помощь, да, различным категориям населения. Это, конечно, замечательно, но сколько только на этом чиновников кормится, да, потому что они обслуживают, собирают все эти справки, ведут все эти реестры, занимаются начислением всех этих пособий. То есть администрирование даже этих 11 миллиардов
рублей социальной помощи обходится в очень и очень круглую сумму. Сколько там учреждений, да, на обслуживание всех этих сумм? Так лучше, наверное, платить нормальную зарплату людям, да, для того, чтобы потом не оказывать им все виды вот этих помощи. Люди за подачками ходят, собирают сотнями эти справки, теряют время и силы, и энергию. Конечно, количество чиновников в целом надо сокращать. Их зарплата должна зависеть от средней зарплаты по региону. Вот тогда они сделают все для того, чтобы повысить свою зарплату. Им надо будет увеличить зарплату всех жителей. У нас 2 минуты остается до завершения эфира, и мы хотим посмотреть на голосование, которое разместили на сайте hakirova.ru и в нашей группе ВКонтакте. Мы спрашиваем у кировчан, собираются ли они голосовать на выборах 18 марта. На сайте Хакирова 67% говорят «да». Это замечательно. В группе ВКонтакте 57%. И нужно как можно больше. Нужно менять политику в нашей стране. Это сделать можно только на избирательных участках 18 марта. Если мы сменим власть, если мы изменим политику в нашей стране, даже большим количеством голосов, которые за другую политику будут отдаваться, это уже с 19 марта будет менять всю ситуацию в стране. Давайте так. Но я надеюсь, что это за призыв сейчас не воспримут, потому что голосование это не обязательно смена власти. Это может быть и подтверждение, политики действующей власти. Однако, мне кажется, что очень важно здесь, мы просто хотели об этом поговорить, но не успеваем уже поговорить, это все-таки проявление гражданской активности на всех уровнях. Согласитесь, не только в процессе голосования, не только в процессе голосования, но и в нашей обычной жизни, потому что у меня такое ощущение, что в последнее время очень много говорим, что вот все зависит от власти, вот от этого человека, от этого человека, от этого, и мы можем либо критиковать, либо поддерживать, при этом ничего не делая на местах. Вот эта пассивная позиция человека в Российской Федерации, вот мне кажется, как вы думаете, если бы ее изменить, многое ли бы в стране изменилось? Безусловно, изменилось бы много. Пассивность определяется в том числе и тем, что у нас мало собственников, да, людей, которым есть что защищать и что отстаивать. Тогда, когда вот такая доля нищего населения, то, естественно, что и это во многом определяет политическое поведение. Поэтому, конечно, нужно понимать, что именно от позиции каждого из нас зависит все то, что вокруг происходит, и условия своей собственной жизни, и близких людей, и всего там города и области. Поэтому нужно активное политическое поведение. Не только в виде голосования, но и наблюдения на выборах, активного влияния и давления на власть через общественные организации. Нужен общественный контроль за всем, что происходит, в том числе за расходованием бюджетных средств. Спасибо. Эмилия Слабунова, председатель Российской Объединенной Демократической Партии «Яблоко» в гостях у нашей радиостанции. Мы сейчас прерываемся, мы прощаемся с Эмилией Эдгардовной, прерываемся на новости, тематические программы и рекламу. В начале следующего часа вернемся с Владимиром Сметаниным в эту студию.